Братух, братуха, там воздушный шар, помаши ему рукой. Где? А, вижу. Но плохо видно. Махай, блядь, сука, быстро, нахуй, лапой. Здорово, народ, с вами Джеймс, и со мной Гермель. Сейчас. Опа, тихо. Воу, паря, я вылетел. Опасно. И машина куда загорелась. Вылетел? Как так-то? Как-то. Че, реально? Да. Все говорю! Гонста, гаснек. Надо, короче, затащить. 10 косарей, пацан, 10 косарей. Это неплохие деньги, я тебе скажу, в наше время. Ну да. Ноги, блядь. Мы нашли ноги, пацан. Чьи ноги? Кто выкинул ноги, пацаны? Забирайте. Продуктовый магазин. И нет, мне не надо продуктовый магазин пока что. В общем, вот мы бухаем жестко на хате. Наверное, пойдемте на кухню, пацаны. Пройдемте на кухню. Ты не любишь цветы, сука? Знаешь, что бы я тебе подарил? Чё, блядь? Дигл, да? Подачу с пистолета. Вот я чё тебе подарил бы. Пошёл ты! Ну, блядь, ну создай аккаунт тёлочки, заебал. Я вот так бы бил бы с тёлки. Такой бы ты попал, цветами прикрываюсь. Всё, говорю, не трогайте меня. Не попадайся. Вали, говорю, слышишь? Сейчас забьешь меня, сука, рядом с вот этим, блядь, наркоманским кустом каким-то. Это мой косяк, ты на него не гони. Косяк, вот иди его и сажай, короче, не базарь тут мне нихуя. Ну, блядь, на создать... Кто снимает? Ты что снимаешь? Да скажи, серия переносится. Куда переносится? Въебу тебе сейчас в переносицу, перенесешься, блядь, на землю, нахуй. Скажи, на небо переносится, на завтра скажи. Типа, смотри, вот ты сейчас отвечаешь... Ты, блядь, завтра. Нахуй, короче, создаешь... И на этого SEO у тебя маппинг классный. Аккаунт, все, стоп, не базарь, говорю, ты завтра обещаешь, создашь аккаунт тёлки, и мы поженимся с тобой. Да. Стой, остановись, мышь. Ты чё, мышь? Включи какой-нибудь клиз, давай включим Грей. Давай 29-й, нет, давай 29. Блять, ты твой, сука, зеленый меня заебал. Тот Грей офигенный, Сашка Грей. Бежим. Пим. Блять, так и охуенно получилось, так пим. Охрана, сука, быстро, говорю, рядом присталками. Да рядом, а не впереди. Ты чё, пёс? Пёс. Ты без одной пары. Мой пес тебе в будку не влезет, сука. Нихуя себе ты быстрый. А ты че думал, блядь, в сказку попал? Я говорю, у меня тачка как из Гарри Поттера, блядь. На магии, сука, катаюсь. Серая молния, ёпта. В натуре, я знаю, откуда эта машина. Давай, жду тебя на перекрестке на красном свете. Мы едем, ёпта. Все, уже ты не едешь. Ты не элита. Элита, я элита, просто это сервер не признает мою элиту. Блять, только не сука. Люш, что это с ней? А что это, блядь, такое? Выходи, переворачивай. Все, мы горим, пацан, блядь. Ебать, ты даешь. Сука, вот такого я не ожидал, блядь. Вот это три пизда. Блядь, это... И один очки, чтобы, блядь, не видно было слез, нахуй. Ой, блядь, не могу, сука. Дела? Викуся, говорю, садись, Вика. Я тебя возбудила, детка? Да, давай, садись, у меня открытые ворота. Ля, ты какой вообще именно красивый такой. Привет. Мягкое Е как будет? Подскажите, пацаны, в комментариях, как будет мягкое Е. Чтоб я уже знал, если мне будут так писать. Привет. Маркус Вика. Подожди.
Привет. Че за херня, блядь? Ебать его родина. Пойдем сюда. Ложись на стол сюда. Рядом с вот этой миной, понял, которая тут прикреплена. Тебе цветы хотят подарить. О, пойдем, тебе тоже, кстати. У меня уже есть, ты мне подарил. Так вот тебе еще хотят подарить. Это не мне, это тебе. Свои очки, кепку и всех вас. Напиши, как передать цветы, там, флоувер как-то. Все, отлично. А я кого-то стрельнул, да? На вот этой вот прекрасной ноте я хотел бы закончить эту серию.